Там видно будет. Тренировочка пока. Надюшка, ты что, такой? Нет. Твой УАЗик? Нет, УАЗик не мой. УАЗик желательно не положить. Блять, и не заглох, да? Не заглох. Сразу такие лучше на понижающих на первых. Кто заглох, тот лох. Тот не сдал. Слушай, а штатный двигатель, да? Этот венец маховика, да? Да. Поэтому да, вы не глушите. Да. Теперь все понятно. Машина там слева. Хотя он должен подвинуться, по идее. Я побег справа, Вась. Лучше налево. Ну, смотри, дорога хорошая. Давай, сейчас посмотрим. Там не проколоть колеса лучше. Там яма. Хрена себе. Нет, в какую же бордюрку мы смотрели? Можно? Что, назад туда выедет? Вперед езжай аккуратненько. Можно? А давай я уберу. Никого. Я перепутал его вон с тем, значит, туда я подъезжал. Ты меня послушай, я тебе подскажу, куда. Ты что хочешь, такую глубокую ямку? Да ничего, я так просто езжу. Нет, главное не загонять машину, сразу говорю. Ну да. Или стоп мотор и все, останавливаемся. Ты не переживай, он специалист. Нет, я не переживаю, нам машину отдать, я сразу говорю. Хорошо. Машина не наша, он Алешу повесит. Главное, что мы не перевернемся, вот это главное. Алешу повесит за эту машину. Хорошо, с Алешей разберемся. Туда есть же дорога, да? Да, наверх есть. Только там вы не сможете повернуть направо или налево. Вы там слева яма, а справа там два дерева стоит. Ну да, там пошеренее. А что ж туда за дорога? Как туда? Ну там легковушки так, только ездят. Можно ехать? Да. Поедем? Вы там... Ну попробуй. Не надо. Первую, вы первую. Там не первую пониженную. Я там буду раз. Вы там не сможете, там просто яма. Ну медленно попробуй. А если смогу? Ну посмотрим. Покруче, если еще колеса, да? Mm-hmm. Такси, конфетка. Покруче, да, надо было снаружи снимать. Да не. Налево там яма. Слева там впереди яма. Отлично, за рулем профессионал. Там Рыбакин рулит. Да, узковатенько. Тут эти не сильно. Вон там яма. Да, сорян, говорю, там. Да это что, это не яма. Это яма, там яма. Не, там, чтобы мы вниз не улетели, а там как круто вправо прям берешь и все. Прям очень круто вправо. Так, а что там по кругу проедем, да? Да, езжай вот так прямо. Вот что надо было снимать, а то там Подмосковье какое-то. Не, а мы потом сюда выйдем, вот в конце вот здесь площадки, еще асфальт они вчера, да, как говорили, что-то с асфальтом. Налево? Да. Можешь прямо, можешь налево, как хочешь. Налево, да. А Вазик устойчивый? Этот? Нет. Не очень. Перевернуться не может. А вы его не испытывали на устойчивость? Будете испытывать, такие же Вазики в этом, Солитон. Ну сколько градусов? Почти 45. Ну как обычно. Здесь, Андрюк. Нет, здесь лучше не надо. Да, вот в тот левый, да, дальний вот этот. Вот в этот? Да. Чтобы я бы уже не писал. Вот это нормально. Тут зависимая подвеска, она дает большое преимущество на таких вот местах. А базик собирали? Этот делали, да. Не
Андрюх, что тебя там в Подмосковье не снимают? Не знаю. Твой канал, и они... Они сказали, пока покатайся, привык. Чего привык? Да мы уже тут, я не знаю, чемпионами стали. Не хватает ему, конечно, мощности. Да, тут он такой. Слушай, как отключить хреновый дворник? Все, да? Вниз их вот так сделай, щелкни вниз еще, чтобы он их пальцами не касался. И что, куда дальше? Прямо езжай вот наверх на горку. Да не, наверх что там неинтересно. Там, наверное, потом будет. Можно я покажу? Да съезжайте покажу. Вон туда. Вот влево? Сюда, влево. Вот да. Сейчас будет. Не, не здесь, вот чуть-чуть. Вот сейчас еще прямо. И вот здесь вот влево сюда. Можешь съезжать. Да. Смотри, там лыжники, да. Ну пипикай там что-нибудь. Лыжники! Налево сейчас. И еще левее, да? Да. Я вам такую горку покажу, только я слезу, ладно? Че ты за засранец? Сыш, капустин. Это из нашего класса. Вон, это из нашего класса. Пройдем, наверное. Конечно, пройдет веревка. А вот подниматель веревки есть. Куда сейчас? Левее, правее? Вперед. Куда вперед? Ты там был? А, ну да, там это да. Есть там хорошее место. А потом куда налево? Направо можно, там горка, только можно я слезу, пожалуйста? Нет, пожалуйста. Все, подписался на подводные, это. С подводной лодки. Про которую ты горку? Вот, справа. А, вот эту, вот справа. Я боюсь. Сверху не выйдем, сразу говорю. Нет. Дайте я слезу. Так не выйдем. Выйдем. Можно первую пониженную ставь. Ой, блин, все. Будь мужиком, тряпка! Не рычи! Так вот есть веревка тут какая-то. А он сюда хер поднимется. Ох, здравствуйте. Ой, мазок нет. Здорово. Ах ты засранец, он знал. Там лед, это же горка. Да, лед. Дети катаются. Понятно. Детям сейчас все это надо. Да, мы им все заебись делаем. А там не ругайся. Так что за это? Что за УАЗик это? Вот это? Да. В смысле, что? Ну, кто его придумал? Я придумал. Ты придумал. Это обычный УАЗик наш, все же мостак с низким давлением, все правильно? Ну да, практически да. Колесики такие. Вы почему? На подвеске, на пружины полностью. Но он имеет в виду... Шинская версия трека, правильно? Это наш учитель по физкультуре. Наоборот. Бюджета, будем говорить так. Бюджетный. Но у нас сейчас взяли два таких, только с бензиновыми движками. И трекол взяли на сравнение. Но этот бодрее, я тебе скажу, намного. Вот, трекол, они говорят, мне нравится. Хирайся, хотят вот такие только. Ух ты, не ударился? Да брешь, ну, подумаешь. Делаю, что такие хочешь. Не, это мать классно. Его вниз можно щелкнуть туда, вот вглубь к этому, и он тогда дальше от руля будет. Вот смотрите, мотоцикл нравится, Андрюх? Нет. Делай. Ненавижу мотоциклистов. Я держусь крепко. Чего не хватает, Андрюх? 5. Девка, а ты чё почём-то? Сядь к нам. Так, мелкий, давай выскакивай. А ты куда? Ну, Даня, Дань. Вот туда главное наверх больше не лазь, где вот этот спуск, а то вдруг сползет. На чекану, когда мы там что-то не сползли, да? Да, они же конструкторы, они же не испытатели. Короче, ты на этой машине, да, будешь, получается, по сюжету ездить? Я не знаю, вообще не знаю.
А что ты? Не, я ну что, Надя, камеру? Она снимает. Она снимает. Давай, да я. На, Паш. Там разберемся. Ну а что, нам просто что, ездить или конечно, что? Конечно, здесь... Но пока я не знаю. Жди пока. А, вот это вы ждать, который с нами сидел? Его и журналиста. Паша. Вон. Опять же, ты ворву, ты видишь, что это Нива? Большими колесами? Да, думаешь, сколько она пошла?